Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас Макдональдс, а точнее новинки из Макдональдса. У них появились вот такие вот сырные квадратики, или я не знаю, как правильно они называются. Но, в общем, здесь внутри сырная начинка, и она прям тянется, вроде как по фотографиям. Это новинка. И еще вот такой вот бургер. Здесь рыбные котлеты и с каким-то очень крутым соусом. Вроде как реклама была, и я повелась, и решила заказать. И, как всегда, мой любимый десертик. И здесь кружечка чая. В общем, пока я красилась, смотрела передачу. Это тоже вроде как рыбная. Ну так себе, знаете. Я ем прям горячими. То есть не то, что мне привезли заказ, и я села снимать через час. Нет. Но несмотря на это, сыр как бы сильно не тянется. Такое ощущение, что это здесь не сыр, а творог. Подсоленый просто творог. Ну так себе, я вам скажу, не вау. Учитывая, что вот эта штука стоит почти 4 маната, а здесь всего 5 штук. Есть, конечно, можно, но не могу сказать, что я прям супер в восторге. Вот десерт, когда я попробовала у них, я просто офигела, мне настолько он понравился. Здесь такого прям нету. В общем, о чем хотела с вами сегодня поговорить. Хотела поговорить о другом. Но сейчас я красилась, и когда я крашусь, обязательно кто-то должен болтать на фоне. Я прям обожаю либо чей-то мукбанг, либо какая-то передача. Я смотрела передачу «Говорим и показываем». Это старые выпуски еще. Я была просто шокирована. Одна женщина во всех группах, во всех соцсетях собирала деньги. Типа у нее ребенок болеет раком. Не дай бог никому такое. А оказывается, у нее ребенок болел, но это был не рак. Все справки, все-все-все поделала. И собрала около 2 миллионов, купила себе внедорожник. Сейчас прокуратура завела на нее уголовное дело. Бог с ними, с этими деньгами. Но вы знаете, там люди говорят о том, что эти деньги могли бы пойти на лечение мальчика, у которого были проблемы с сердцем. И он умер из-за того, что деньги не смогли собрать. Просто, знаете, люди перестают верить. Верить тем людям, которые действительно имеют на руках больных детей. А все почему? Потому что какие-то вот бессовестные люди такие вот поступки совершают. В общем, не буду вдаваться как бы в подробности этой истории. Если хотите, вы сами можете посмотреть ее в интернете. Поэтому я в Инстаграм очень редко загружаю какие-то такие истории. Потому что я не знаю, я могу перевести сама деньги, но я не могу доверить это вам. То есть, а вдруг это будут какие-то мошенники? Мало ли что, сейчас, знаете, даже вот эти справки все-все-все на свете подделывают.
Иногда даже бывает, что спрашивают, а сколько у вас стоит реклама? Ты, например, говоришь цену. Вот мы хотим, чтобы вы поставили в истории, что наш ребенок болен, типа за деньги. В общем, непонятно, очень много мутных людей. Десерт, конечно, божественный. Много всего, знаете, заказывать не стала. Я только проснулась. Вот мне так резко захотелось Макдональдс. Я зашла в приложение, а там была бесплатная доставка. Я думаю, блин, Макдональдс, ты меня чувствуешь? Кстати, все туристы всегда отмечают, что у нас Макдональдс дорого стоит, нежели другие местные какие-то фастфуды. Но они просто покорили мое сердце. Вот помните, когда Мукбанг снимала Сабина с девочкой, которая делает наращивание ресниц? Заказала я из местной доставки. Пришла такая фигня, реально стыдно было вообще ставить перед гостьей. Нашла один вопрос, на который мне бы хотелось ответить и порассуждать на тему. Суббота 283. Такой ник задает вопрос. Айка, я замечала, что начинающие мукбанкеры очень много идей у тебя слизывают. Как только у тебя выходит такое видео, потом замечаю, что у других тоже. И эту закономерность я прослеживаю в течение целого года. Как ты относишься к плагиату? Часто получаю такие комментарии, что типа, ой, какой-то блогер за тобой повторил. И мне просто хотелось бы как бы высказаться на эту тему. Начнем с того, что где гарантия, нет, неправильно, где доказательство, что это именно плагиат, а не ей тоже в голову пришла та же идея, что пришла мне. Я вообще к плагиату отношусь абсолютно спокойно. Если даже кто-то вдохновился моей идеей, сделал такой же стол, купил те же продукты, разложил. Я абсолютно не против, я не обижаюсь на таких людей. Почему это должно меня обижать? Наоборот, мне приятно, что мое творчество как-то смотивировало кого-то, вдохновило, возможно. Помните этот челлендж с яйцами, который я сняла? Потом много кто снял. И даже в названии они писали Айка Эмили, и это видео выходило после моих видео. То есть почему нет, мне не жалко. То есть наоборот, мне приятно, если я кого-то вдохновила создать что-то похожее, как у меня. Иногда замечаю, там какой-то тиктокер выпустит песню, все сразу начинают, ой, плагиат, у кого-то что-то украло и так далее. Оксана Самойлова выпустила косметику, и все начали. Очень похоже на Кайли Скин. Копия. Я, конечно, думаю, что как раз-таки Самойлова получила эту мотивацию после Кайли. Но опять же, в этом я не вижу ничего постыдного и плохого. Рыбная котлетка. Надеюсь, здесь не будет рыбных косточек. Если это на самом деле рыба. В общем, к плагиату я отношусь просто спокойно. В ТикТоке, например, кто-то снимает какую-то шутку. Если я тоже сняла, это не значит, что я повторилась. Это просто мне понравилось. Я решила обыграть как-то по-своему. И здесь ничего постыдного или плохого, криминального точно нету.
Я бы, например, если честно, не купила бы косметику Оксаны Самойловой. Потому что, во-первых, неоправданно дорого. Это только начинающий бренд, и сразу начинать с таких высоких расценок, я считаю, неправильно. Он еще достаточно не зарекомендовал себя. На эту же стоимость я могу купить уже более профессиональную косметику. От проверенных каких-то крупных брендов. Поэтому я бы не купила. Но есть те, кто покупает. Вообще средства от прыщей она выпустила. Ну, блин, это вообще рисковая штука, потому что, конечно, да, это востребовано, но от прыщей очень мало чего помогает, на самом деле. Тут очень много факторов, которые влияют на появление прыщей. В общем, то, что ее косметика очень похожа на косметику Кайли, это значит, что она вдохновилась идеей Кайли. У меня в школе была подруга, она была азербайджанкой, и она все копировала у меня. Даже я помню, у меня был старый кожаный портфель, и мне он даже не нравился. Но мне приходилось его носить в школу. Он еще с маминой молодости там остался, прям супер старый. Все ходили с такими портфелями Барби, там розовыми и так далее. Я ходила с этим кожаным портфелем, такой черный был. Я помню, что где-то через 2 месяца она купила себе точно-точно такой же портфель. Просто, знаете, очень сильно все слизывало. Я купила себе блеск от Avon. И она в этом же оттенке пошла, купила себе тоже. Я купила себе висячие сережки, она купила такие. То есть она все копировала. И мне подруги там в классе говорили, почему ты ей не скажешь. Почему она тебя копирует? А мне было плевать на самом деле. Наоборот, меня распирала гордость, что я кого-то могу смотивировать на что-то. Значит, ей так нравится что-то на мне. Почему нет? Кто-то там в ТикТоке сделал какую-то прическу. Ой, ты за мной повторилась. Это была моя авторская прическа. Что за фигня? Официально заявляю, кто меня сейчас смотрит. Если я вас замотивировала тоже снимать мукбанги, или вы уже снимаете и вы расставляете еду, как я, или купили такой стакан, как у меня, то есть мне плевать. Это все детские какие-то выходки, на мой взгляд. Заболталась, не сказала. В общем, здесь 333 килокалория. Пятнадцать грамм протеина. В общем, пофиг. Такой вот бургер мне не понравился. Не очень, честно. До этого я пробовала тоже рыбный бургер, но он был намного вкуснее. Что-то в этот раз заказ мне не сильно зашел. Поэтому я не люблю пробовать что-то новое. Платишь деньги, а в конце не получаешь должного удовольствия. Ну что это такое? Здесь тоже я просто думала. Помните, я давно снимала видео в Burger Station? Там
Там были сырные палочки, просто откусываешь элементарно, и сыр прям так тянется, это прям вот, прям тянется, как прыгалка. Мы прикалывали, что это прыгалка. В общем, на этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет безумно приятно, если ты подпишешься. Так что обязательно нажимай эту красную кнопку, чтобы она стала серой. Всех люблю.